Закрыли этот рынок, он сгорел. Какой? Подожгли. Сгорел. Вот здесь? Здесь ты был, да. Да какой тут дом стоял? Не, он сгорел там. Рынок тут был. Нет, он сгорел, потому что вот. Да. Доска такая. Правильно, правильно. Ой, я не могу, у меня живот болит. Так, все. КамАЗ там сейчас раскорячится. Интересно, ты, Сереж, с какой же он области? Винницкая, что ли? Винницкая. А здесь чувствуется, что холодно было, деревья туда шла никак. Висит. Ёб твою мать, блядь. А какой там знак висел, блядь? Хуя там еще все и едем. А что там знак что ли висит или что? Ой, блин, ну каждый раз ты ездим. Да вы, ребят, ну. Не, серьезно. Да ну а что? Да ёб, да блин, ну кто знал, ругайся, я там проехал. Ну не ругайся. Блин, с ребенком едем. Ну повесили, видишь, что? А давно повесили? Когда не было знака тут. Блин, давно повесили. Предупреждать надо. А кто тебя будет предупреждать? Что ты тут такой-то, а? Ну спросите, а? Отпустите нас, мы уже не можем, мы устали. А что потом? Не могу больше сидеть. Да ладно, не кричите вы. Ну блин. Они висели там до того, знаки-то. Нет, не было никогда.